Я буду преподавать литературу и русский детям. Я сразу понимал, что работа в школе – это работа на фронте. Образование – это государственная политика. Вы – государевы люди, которые как бы те же военнослужащие, ФСБ и прочее. Нельзя им думать. Должна им сказать, что они должны чувствовать. Вот сейчас расскажу им, что Бога нет, и все. Государство, которое я вижу сейчас, жить в нем больше невозможно. Нам позвонили с ФСБ. Вы знаете, ваш сын офигел. Вам что, заняться больше нечем? Ну, нам хочется как-то детей поддержать. Лучше бы учила бы детей. Ты не тому хочешь. Я поняла, что это опять происки западные. Оп, маленький расист. Собраться и не уйти из школы прямо сейчас. Я хотя бы попытался, но все равно ничего нельзя изменить, поэтому давайте жить дальше, как жили. Ну вот это война, вы же понимаете.